Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Максим Галкин определил победителя среди тех, кто прислал цветы. Подарок в виде корзины с сотнями роз разных видов едва помещался на лестнице у входа в замок. Ребят, столько красивых букетов, цветов, корзин, которые принесли друзья Аллы, ее поклонники, поздравили ее. Но сейчас я вам покажу. Это букет-победитель. Боже, какая красота. Вы посмотрите. Это невероятно. Букет-победитель, корзинка. Сейчас вы еще раз разглядите, я скажу. Кого это? Ну, да вы посмотрите. Нет, ну это невозможно. Боже, какое количество цветов. Это прислала Света Лобода. Светочка, спасибо тебе за эту красоту от нас с Аллой. Не, ну вы посмотрите. Не, ну еще раз вот так. Красота. Отметим, что поклонники весь день приносили цветы Алле, а также пели у ворот замка. Примадонна похвасталась десятками букетов цветов, которыми теперь уставлена вся территория. А вот Максим Галкин смог определить победителя среди тех, кто прислал цветы. Нет, ну вы посмотрите, это невозможно. Боже, какое количество цветов. Это прислала Светлана Лобода. Светочка, спасибо тебе за эту красоту от нас с Аллой. Высказался Максим. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.